Всем доброе прекрасное утро. У меня завтрак. На завтрак я сегодня приготовила тыквенную кашу. Здесь у меня 230 грамм тыквы получилось в сыром виде. И 20 грамм риса и 10 грамм пшена. Что-то рис у меня сыпется быстро. Вот. Общий вес я уже взвесила в готовом виде. Получается 370 грамм. Сюда я добавлю еще 4 грамма масла. Вот оно у меня. И сыр моцарелла. Вот так вот. Думаю, будет вкусно. И еще у меня будет кофе с молоком. Не крепкий я делаю сейчас кофе. И с молоком. В общем, вот такой у меня сегодня завтрак. Калорийность моего завтрака составляет 270 калорий. Всем приятного аппетита! А кому нравятся мои видео, то подписывайтесь, оставляйте комментарии. Так, девочки, я молодец. Сделала 3 круга. Ну, правда, в среднем темпе. Ну так, потела. Очень даже хорошо. Я дома. Две шмоньки бегут. Одна и вторая. Гуси кричат. Ой. Я ж уходила, а вы в доме были. Что это вы? Повыходили, да? Понятно. 2 часа дня. Пришло время обеда. Вот. Я разогрела свой суп грибной, тот, который я вчера готовила. Здесь 400 грамм. Потом у меня 20 грамм сала. Нарезала себе. Ну, там 19, но посчитала 20. Это 40 грамм хлеба серого. Чеснок я не считала. И одна хурма. Вот. И кофе. Что-то захотелось кофе. Просто кофе. По чуть-чуть буду пить. Вот. И такой обед у меня составляет 460 калорий. Вот. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Не видно вам? Это она залезла мне под одеяло. Что-то я так примерзла немножко. Прилегла, укрылась она. Вот смотрите. Залезла и работает вовсю. Массажирует меня после обеда. А, Маруся? А, Маруся, ты Маруся. Работница ты моя. Дорогая. Ну, сиди. Работяжка. Стрелка где-то у Димы в комнате, а это моя работяжка. Что уже почти 6 часов вечера. Это опять творог, да? Я ем вечером творог. Да еще и обезжиренный. Ну, это белоцерковский, не знаю, он очень вкусный, написано натуральный. И захотелось еще мне этот творог с кефиром. Вот видите, 200 грамм кефира, получается вроде как полстакана. Я просто творог залью кефиром. Вот так. И так и поем. Так и поем. И еще у меня помидор. И 80 грамм филе. Но помидор не резала, потому что, если честно, я его не сильно и хочу. Ну, посчитала, посмотрю. А филе съем. Вот. И получается 350 калорий. Мой ужин. Еще был перекус. Я ела сыр с хлебцами, грушу. В общем, пила чай. И за целый день у меня получается 1350 калорий. Вот так у меня ужин. 350. И за целый день 1350.
Все, так прошел мой день. Всем спасибо за просмотр. Вот, а я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.